Rod! Надо что-нибудь подложить под колеса, я думаю, и тогда мы сможем проехать. Ну, она проходимая, но вот эта гора ей дается тяжело. Да хотя любая машина, если она не внедорожник, ей бы тяжело далась. Сейчас попытка номер два. Ну, такое, да, если он тут застрянет, кто его будет вытаскивать, слушай. Да, кстати, были такие моменты вот на этом участке. У меня казалось, сейчас перевернется. Да где? А, он же туда поехал. Он вас не стоит. Сейчас немного начинает ляпать дождик. Это очень не вовремя. По мокрой траве ему будет гораздо тяжелее подняться. Ё-ка. Экшен. Пришлось немного помочь, но он выехал. Не надо было буксира, ничего, просто легенько его подтолкнуть. Все, уебаем отсюда.